Здравствуйте! 21 марта состоится футбольный матч между Россией и Сербией. По некоторым данным, гимн страны перед началом игры должна была исполнить Полина Гагарина, однако артистка отказалась. Полина Гагарина уже давно завоевала славу одной из самых патриотичных и востребованных певиц страны, поэтому поклонники сильно удивились, когда их любимица якобы отказалась исполнить гимн России перед предстоящим матчем. Матч запланирован на 21 марта и пройдет на стадионе имени Льва Яшина. Скандал вокруг Гагариной разгорелся совершенно неожиданно. Началось все с того, что организаторы матча предложили артистке выйти и поддержать наших футболистов гимном. Однако Полина отказалась, сославшись на то, что на это же время у нее запланирован корпоратив, отменить который она никак не может. Известно, что еще в ноябре менеджеры Гагариной договорились о том, что вечером 21 марта она появится в одном из столичных ресторанов. Директор певицы рассказал журналистам, что изначально девушка с большим энтузиазмом приняла предложение спеть гимн. Однако спустя некоторое время передумала. Заказчики выступления категорически отказались пойти Гагариной навстречу и потребовали, чтобы звезда приехала в ресторан в указанное в договоре время. Более того, Полине пригрозили неустойками, поэтому артистке пришлось отказаться от выступления перед 25 тысячами болельщиков. Сейчас организаторы в срочном порядке ищут Гагариной замену. Кирилл Терешин озвучил имена артистов, в чьем исполнении уже совсем скоро прозвучит российский гимн. Помимо любимчика публики Григория Лепса, удача может улыбнуться, например, солистам Мариинского театра Ильдару Абдразакову и Василию Гирело. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.